Знакомьтесь, Максим Мартыненко, аналитик фондового рынка, индустрии фьючерсов и криптовалюты, веб-разработчик. Максим окончил Херсонский национальный технический университет по специальности информатика. Работал веб-разработчиком в нескольких местных и международных компаниях Херсона, Украина и Мюнхена, Германия. После Мартыненко стал внештатным веб-разработчиком, а затем и руководителем информационной службы проекта HostCoin, защищенного и децентрализованного хостинга и провайдера доменных услуг на основе блокчейн. Максим – эксперт в PHP, MySQL, JavaScript и других языках программирования. Мартыненко не пьет кофе и любит встречать рассвет во время утренних пробежек.